Сбросить 50 килограммов за 3 недели. Саудовский аравиец Халед Шаири еще недавно весил 610 кило, пока не перенес сложнейшую операцию. Врачи заставили работать пищеварительную и дыхательную системы пациента. Его доставка в госпиталь стала настоящим шоу. Сначала толстяка спустили на специальном кране, почти разобрав стену его квартиры, а затем погрузили на спецсамолет. Сейчас в больнице за Шаири наблюдают 15 медработников.